Но прежде всего для того, чтобы добиться этого результата, надо иметь веру. И веру и стойкость. И это сегодня футболисты показали на футбольном поле. Сборная Англии очень сильная команда с хорошими исполнителями. Она имеет очень большую скамейку. Поэтому я посмотрел сегодня первый тайм, и это очень мощная команда. Я прекрасно знаю, и очень хороший тренер. Значит, мы понимаем, значит, насколько будет тяжелый матч. Нам самое главное сейчас – это восстановить силы. Мы буквально уже с завтрашнего дня начнем подготовку. И, значит, будем пытаться навязать что-то, которое сможет нам дать возможность добиться положительного результата.